Так, Мива просела. Смотрите, какие там пеньки. Это он или у тебя вот этот? Не, это легкий. А, это легкий. Нахуй эти рукавички. Фу. Я даже знать не хочу, как мы это понесем. У меня уже спина болеть начала, блять, при виде этой хуйни. А мы как вот... А я как не знаю. Они пуляться было. Давай, от этого выйдет. Не, ресурс тебе оставим. А ту пока не вытащишь. А-а-а. Да ты думаешь, что я уже сейчас вот все, я ее подниму и спины не пиздец уже раз. Блин, ты его даже нихера не поднимешь, понимаешь? Ну а как ты его уже затащил туда как-то? Сейчас будем думать. Короче. Я думаю, мне надо... Как ты его туда засунул, блядь? Я говорю, я вошел в состояние берсерка. Так, надо, может быть, мне залезть внутрь. Ага. И, типа... Или вдвоем сейчас взять и... Да его не взяться, вот в чем проблема. Вдвоем как мы возьмем? Тут еще, блядь, вот это вот хуйня. Ну, бери. Только, конечно, то, что мы возьмемся, это... Погоди, стой. Мы только его поднимем с этой стороны. Это надо его еще стоя обернуть. Он что-то скользит. Закрепил его? Ну, конечно, она выскользит. То есть надо... Не-не-не, давай. Я не про это. То есть все-таки я попробую отсюда. Да ты... Как? Там же двигаться невозможно. Погоди, надо его, короче, задача, наверное, его вот сюда положить. Ну да. Вот сюда. На, как раз. Блять. Все, поправляй. Держи. Я держу, держу. Ой, пизда, джинсы, еще опять засрал. Блин, надо было штаны тебе тоже дать. Сверху бы хотя делал. А можно на багажник? Да, да. На пальце бы мне только. Давай. Ты хочешь его все-таки перевернуть и катить? Куда? Ну, я не знаю, как. Как ты его засунул, блядь? Хотя, может, он правда? Он еще ничего не ломает тут пластмасски. Да вроде нет. Во! На меня бы не упал еще, вообще пока я тут. Ладно, сейчас попробуем резко перекатить. Все, все, стой. Да, все, стой, вылазь, не тяни вылазь, на себя. Вылазь. Ты держишь? Да, да, да. Ты просто. Сейчас надо. А убирай ноги. Ты хочешь бросить? Да. Пень выгружен. А ты посмотри, какая чудная колода. Да на ней можно голову рубить. Я только не понимаю, какой в ней смысл. Если, чтобы дрова рубить, вот такой достаточно. А так было отлично. А так ты что, будешь вот так хуярить, блядь? Зато удобно, смотри, поставил бы. У тебя бензопилы нет? Мышцы есть. А что ты распилил? Ну, я думаю, слушай, неплохо будет такую. Ну, смотри. Короче, теперь, в принципе... Пауэрлифтинг по-русски!
погоди, блядь, Рускан, нахуя ты потянул? Когда он высохнет, он будет в два раза легче. Понятное дело. На самом деле нам мужик помог его загрузить. Я мужик какой-то, я рыпался с ним. Мужик проходит, я говорю, помогите, пожалуйста. И попался такой здравый мужик, он пыхтел, как мы с тобой сейчас. Давай, петлю. Я прям как его глаза увидел, я понял, что он пойдет до конца. Причем цивильный такой, знаешь, не вот такой-то там обрыган. А прям он, походу, занимается, потому что он оказал помощь. Вот. Так, а может смотри сейчас. Ну ладно. Понесем или будем вот так? Я думал сразу перенадеть. Да а может вот так подвигаем? На кажется, получится. Ну вот. Хотя я на доску задвинул. Я задвинул уже его на доску. Закинул. Вот. Теперь правую. А нет, правую. Лучше в левую крутить. Часовой. Он потому что там за что-то задевает. Вам ловче и бросить. Да, чё, я вон. Ладно. На угол его. Ой, ещё. Чё ты хочешь его в досках? Как он запутался тут. Крути да крути. А вот сейчас подъем надо. А вот теперь он за боковой. В ноги уже. Вот лифтеры в залах делают пустую работу. Обращайтесь ко мне. Направим ваш труд в полезное русло. Блядь, сколько? Так, может крутануть? Да, крути. Надо будет тачку отогнать. Какую ты скула? По часовой кручу? Да, башка не работает. Ставь тачку. Блин, тренер, блин. Дай сюда. Слушай, а где у него, интересно? Че? Надо понять вверх и низ. Походу, вот это низ, да? Сейчас, значит, еще разок перевернуть. Мне кажется, это вроде наоборот потолще. Вверх. Потому что там потолще. Не, мне кажется, тут потолще. Так, а куда ветки росли?
А, вхожу как будто сюда, да? Ну. Да, да, значит, там вниз. Так, и теперь просто его. Да давай, я тут рукаюсь. Сюда. Я по часовой. А тут подъем. Такой столик естественный, прикинь, такой. Чаек пьет. Ну такое. Можно было из маленького сделать эту и просто... Не, слушай, вот это низ. Ветки вроде туда растут. Бензопилой вот так отпилишь, и вот тебе будет столик. А сделаешь тонкий. Тонкий нет. Ну, типа вот это колечко отпилишь? Ну да, и все. Вот, на своем месте пень. Советуйте, напишите в комментариях, удобно ли с такого рубить, может как-то нет, приспособы нет. Какие-то сделать там с ним. И за наши старания, палец вверх, пишите свои мнения. Вот, а мы поехали, короче. Сейчас хейтер опять клятый напишет. Что он и не такие таскает пеньки, не, я да. Думаю, тут есть только Михаил Кокляев напишет, что я там валуны поднимал какие-то. Или что я плохо тащил. Нет, ты офигенно тащил. Бан ему дай, а вон же еще эту бетонную хуйню. А, точно.